всем доброго дня. Сегодня вот такой денек хороший, начало ноября, и мы отправляемся на рыбалку на лодке, вот на такой вот. Я еду как зритель больше, а рыбалка будет на Волге, на судака, на отвеску. Ну там посмотрим, как это все получится. Солнышко светит, вот так встану, чтобы не отсвечивало глаза. Отмель, смотрите, какая у нас. Вода ушла очень сильно. И вот там уже обрыв. Все. То есть вот это все у нас ушло. Как проедем, увидим. Ну и посмотрим, что получится за рыбалку сегодня. Ну, по крайней мере, результат я вам обязательно покажу. Тепло. Было утром минус 5, а сейчас уже солнышко и будет, наверное, тепло. Хорошо, ветер небольшой есть. Рыбаков на Волге не видать. И вообще народу никого не видать. Ну, а мы отправляемся на Волгу, вот туда, ближе к той стороне, через острова. Давай. Ну туда, это главное держаться. Знаю, как Витя катается. И сейчас доводим по полной. Ну что ж, двигатель греется, мы сейчас поедем. Или ты знаешь, видно? Тогда поедем. Да садись вниз. Там, тогда, где мелко, с ромом там пройдем. Все равно с газа сбрасывать, просто так с улицы ехать. Видно? Ну, полностью вниз садись, что ты? Не хочешь на дно? Рюкзак мешается. Вот так. Поднимемся, вот это все. Все, поехали. Просто супер. Лодка поднялась на полметра. Едем на винте. Глиссер. На глиссере едем. Проезжаем Амархаям такой. Кафе у нас вот здесь. Такую набережную сделали. Мостик. Красиво вообще. Ну как-то вот так вот. Только глаза следят, конечно. Потому что ветер. Ну вот. Лодочник. Он попался. Полная красота. Там у нас лодочная. Лодок уже почти не осталось. Все, совсем мало лодок стоит. Все потихоньку убирают и увозят. Ну и здесь, наверное, тоже судака ловят. Соответственно, здесь место хорошее. По берегу вон люди гуляют. Просто красота. Ну а мы заезжаем вот эти острова. Вот здесь посередине, которая лежит? Да. Вот тут? Да. Оно в том году тоже вылезло? Да. В том году тоже. В том году оно тоже лежало. Большое, да, такое метров 6? Не знаю, я стукнуло мотор, его не видно. Оно лежало метров 6 такой длиной. Хлыст. Капитальный. Ты хочешь через прогал пройти? Может, здесь лучше? А здесь, здесь, наверное, не проедем, да? Зачем там? Да, не можем быть. Не там троллингом пройдем. Недалеко. Ищи, знаете, навелике. За прогалом, да? Здесь аварина. А, ты просто круг большой. Так, вот сейчас едем тихо и немножко рыбачим на троллинг. Вот так вдоль берега, а глубина вот здесь вот уже метров 5.
Здесь обрыв. Все красиво, классно. Но пока никто не клюет. Будем искать. Есть такой же скрыночка? Нету. Будем искать. Места классные. Волга как обелела. Обелела, а вот уже там. Китай сторона Волги. И слободка. Выбираем троллинги. Вот эта лопата на 5 метров? Да. Ну написано там, да? Гербы написано. Чем больше лопата, ну понятно, да. Наступился? Я за собой. С крючками? Как обычно. Еще этот, коробочка-то. Нет, коробочки не думают. Ну, она в упор. Вот такой вот крокодил. Ставим и пробуем. Вот он, 5 метров. Да. Ну вот, пошел троллинг. И еще баржа плавает до сих пор на Волге. Навигация. Ноябрь месяц, навигация продолжается. И там впереди еще идет баржа. Вдалеке, вот там поворот. Похоже, кто-то попался. Отсвечивает солнце прямо. Ну, ах, прямо солнце светит. Судачок небольшой. Ну что, вы ко мне едете? Старайтесь, езжайте. Че вы, че едете теперь? А, в лодку начерпали воды, улов. Ну, поймали, как никогда в последнее ну, время, да? Ну-ка, дайте-ка я буду наблюдать, как никогда. И килограмм 5 поймали. О-о-о, ну-ка, Олег, выкладывай. Давай подальше, а то черт. Давай-давай, я тебе сейчас помогу. Давай, тут надо втроем, блядь, вдвоем стоит, подожди сейчас. Давай, подожди, я сдуду бок сейчас. Вдвоем даже тяжело, давай. Втроем? Да. Давай. Опа. Далеко вытаскивай. О, и щука попалась. Да сейчас вот тут. Вот сейчас суточка. Ну, в конце потом разложим. Ты это? Морду судака в песке. В конце потом разложим, поглядим, сколько попалось. В итоге попались вот такие вот рыбешки у нас. Судаки на отвеску. И щука на троллинг. Если взять по судаку, то вот такой судак. Гигантский. Хорошенький. Где-то килограмма на 2, наверное, судачок. Ну, вот такая получилась рыбалочка. Ну, еще рыбалка не закончилась. На лодке еще брат рыбачит. Сейчас подъедет, и мы увидим, кого поймали еще. Место не показываю, потому что вот нашли место, где все это клюнуло практически в одном месте. Ну, вот здесь мелко, да? Вот, рыбалочка закончилась. Сумерки. Ну как, поймали? Нет. Ни одной? Оторвали чуть-чуть. Достань Олегу сразу, чтобы не забыть. Нет, лодку надо тут затащить. Опять вода? Нет. Ты мне дал, снимай, я говорю, снимаю. На этом рыбалка закончена. Мы результат видели весь. Ну, в общем, мы снимаем уже 10-й раз, и все не получается включить камеру. В общем, так вот, рыба есть, погода позволяет, места мы вам не скажем, а так все отлично. Всем удачи, всем пока.